Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области установлено, что вы в марте 2022 года предприняли попытки установления контакта с представителями спецслужб Украины в целях оказания финансовой и иной помощи. Управление Федеральной службы безопасности по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области вам объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренных статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Настоящее официальное предостережение может быть обжаловано на высшестоящий орган Федеральной службы безопасности, прокуратуру или суд.